И сегодня вышло, все же сейчас премьера идет трейлера Evil Nun Maze. Не, Evil Nun Rush, еще могу ошибаться. Трейлер, геймплей, тизер. Одновременно. Кстати, до премьеры еще кто-то он сливал такой снэкпик, где там как раз стоит мальчик с синими руками, именно с игролем, и смотрит. И потом еще там голоса монашки, потом Lift is Evil Nun Rush из Evil Nun Maze еще показали. И вот, в общем, ладно, смотрим. Сейчас начнем. Я буду еще ускорять. Когда посмотрим все же трейлер, то мы трейлер-тизер, геймплей-тизер, в общем, то буду я еще и разбирать его одновременно. Да-да, ребятки, он как раз выйдет через 20 числа, через неделю. Все. Смотрим. I was an idiot. I actually helped Sister Madeline complete her evil ritual. Who's going to help me end this? I will give intelligence. Where am I? Okay. Hope I'm doing this right. You will pay for your sins. В общем, ладно, мы посмотрели его. Это просто топ. Так что давайте сейчас мы будем разбирать. Help Sister Madeline complete her. В лифте он стукает себя королем и что-то про сестру Мэдлин говорит. Evil ritual. Who's going to help me end this? И вот, в общем, что-то повлияло, и вот магия все растворяется, и все становится таким черным, это уже не лифт. Еще такой дым и магия, искры. I will give. И она он с ним заговорила как. Intelligence. Where am I? Ну и, конечно, в игре мы будем по этажам разным бегать. Так сказать. И в игре мы будем собирать ключи, чтобы что-то открыть. И карточки с улучшением, чтобы мы менюшки игры себя улучшали еще. Интересно узнать о концовку. Об концовке игры. Какая будет. И банки собираем. Это может для улучшения какого-то поможет. И спортзал, конечно, в игре будет. И вот. Это из предметов, которые мы будем собирать. Вот магнит, чтобы притягивать и разные вещи, и монетки.
И тут еще таймер, видимо, это сколько мы сможем, типа... О, ребятки, я вспомнил. Это, скорее всего, таймер, типа, как мы будем проходить игру, типа, активируем таймер и пройдем игру за какое-то время. Типа, на рекорд, мне кажется. И руки — это что, невидимость? Или как? Я уже не помню, что это в Evil Nun Maze означало. И что-то еще такое. И, конечно же, в игре будет монашка. Ой, мы в игре, если путь заколочит, то мы можем как-то все же открывать, как-то это все легко кликая, я так думаю, и мы сможем снести доски и продолжить идти дальше. И я, кстати, ребят, не понял, к чему эти ключи. На каждых этажах нам нужно собирать ключи, улучшения и монетки тоже. И если мы соберем достаточное количество ключей, ну, два, то нам нужно сбегать на к лифту идти и на второй, и на следующий этажи идти. Вот, и, ребятки, вот это сейчас я, скорее всего, сказал по правде. Типа, так, надеюсь, и должно быть. Но это моя теория, что так все и должно быть. Так что, думаю, что я с этой теорией свои правы. И, конечно же, будут... Что? На разных этажах будут еще такие миссии, что нужно найти двух куриц и заманить их в ловушку. И что, за это получить Грааль? И он чем-то нам поможет? Не знаю, это моя теория. Мне нужно загнать этих куриц в клетки. А, я понял, ребятки. Это нужно на этаже, это нужно, в общем, находить и куриц, запирать их в клетках. И вот так мы получим Грааль. И на следующий этаж, видимо. Да, ключи нужны для того, чтобы открывать лифт. Ведь он будет замкнут. И вот улучшение. Это что? Это типа, ну, режимы. А, это смотрите. Вот это улучшение. Это уровень, до какого ты дошел с улучшениями. И вот это что? Это разные режимы, что ли? Видимо, да. Это типа вот ну, тип режимов, да. Это магазин, где мы можем что-то там еще прикупить. За вот это вот эти монетки и баночки. Это какой-то мальчик-мод или что? Я не знаю, в общем, что там написано. То есть, типа, мы можем что-то там создавать или просто проходить игру в режиме призрака. Вряд ли. Ну, а это что? Я не знаю. Экстрим-мод? Не знаю. Стор-мод? Ну, это я, конечно, не знаю. Это нужно переводить все. Из единого, что я тут правильно прочитал и понял, это магазин только. Ну и не только, и улучшение. Да, и покупать какое-то улучшение за монетки. А, и все же в игре будет механика с Evil Nun Maze, да. Где нам нужно активировать эти кнопочки, это будет разные миссии. То нужно найти ключи, чтобы открыть лифт, либо найти курицы, запереть их и получить Грааль, либо и кнопки, в общем, где нужно их всех активировать и перейти на следующий этап. Конечно, в игре будет еще мы что, можем раздобыть эту пушку из Evil Nun 2. Где мы можем оглушать их на время. Ну, монашку. Okay. Hope I'm doing this right. You will pay for your sin. Ну, в общем, ладно, я уже все разобрал. Будем ждать игру. Всем удачи и пока-пока.